Всем привет, друзья! С вами снова Сергей Золочевский, канал по разведению попугаев. И сегодня мы с вами в очередной раз посмотрим, насколько выросли у нас наши птенцы в гнездах. Ну а перед началом видео в очередной раз хочется сказать огромное спасибо всем, кто подписался на мой канал, всем, кто смотрит мои видео, ставит, что ты хочешь. Ставят им лайки, ну, либо же дизлайки. Да перестань ты, Василий. Оксик, чего ты кричишь? Дразнят. В общем-то, огромное вам спасибо, ребят, за то, что вы делаете для меня, для нашего, так сказать, увлечения общего. У нас уже создалась такая не очень-то и большая, но и не маленькая семья из 1317 человек уже на моем канале. Ребятки, спасибо вам за это, за то, что вы поддерживаете меня. И давайте посмотрим, что у нас в гнездах происходит. Здесь у нас три вот таких вот птенца. Вот такие вот красавцы. Да? Один совсем маленький еще, но уже покрылся пухом, и один уже такой красавец покрывается перышками. Ну, судя по всему, здесь будет один точно зеленый, один либо зеленый, либо желтый, который вот этот в уголку сидит, а самый маленький, скорее всего, будет серый с таким синеватым отливом, как у меня есть уже птенец, которого я отсадил. Но я вам покажу его позже. Здесь один, скорее всего, тоже желтый будет, как самочка. Такого окраса, как у меня, погибли два попугайчика. Недавно я вчера выкладывал видео. Можете зайти на мой канал и посмотреть там предыдущее видео. Это я снимал о том, из-за чего у меня погибли два попугайчика в последнее время. Так что, кому интересно причины, почему могут пропадать птички. А вот у нас сидит здесь серенький попугайчик, о котором я вам говорил. Да? Красавец. Вот такой вот необычной окраски. Он, скорее всего, у нас будет еще один такой. Очень мне нравятся такие нестандартные, не очень пестрые. А вот, допустим, как сидит беленький, тоже с таким светло-светло-голубоватым оттенком попугайчик. В общем-то, ребятки, такие вот дела у нас творятся в наших вольерах, в наших гнездах. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что подписываетесь на меня, за то, что ставите лайки. И спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, ребят. Всем желаю удачи, хорошего настроения и до новых встреч.